Короче, надо как-то ее обойти сейчас и не сдохнуть, представляешь? Ладно, не зря мы ждали. Сколько мы ждали? 10 лет. Смотри на него, дурачок какой. Он слепой, я понять не могу, или что происходит? Почему он меня не увидел? А кинь бутылку-то, дурак! Алло! Привет! И вот спустя 1000 лет наконец-то вышла 4-я глава Case Animatronics 2. Мы уже с вами прошли предыдущие все главы и предыдущую часть игры. Это было реально круто. Мы ее и стримили, и взламывали, чего мы только в ней не делали. Но вот мы дождались 4-ю главу. И прямо сейчас начнем ее проходить. Скорее ставь лайк, если ты ждал 4-й главы. А это канал FNAF Play, и я Golden Freddy. Сразу погнали играть! Не зря я проходил игру на стриме, потому что сохранения у меня остались. На пройдены все 3 главы. И вот 4-я сразу уже можно в нее залететь. Глава называется «Правда». И мы помним, что в прошлый раз главного героя подстрелили на выходе из пиццерии, или что это было, или из какой-то, короче, фабрики аниматроников. И вот он валяется. К нему бегут какие-то люди. Откуда вообще там были люди? Там не было людей никогда. Кстати, это первый раз, когда в игре появляются люди, по-моему. До этого вроде там были только аниматроники. Блин, я думал, мы по парку будем гулять. Что за парк? Меня опять тащат назад. Мы так не договаривались. Я думал, наконец-то меня отпустят в парке погулять. Голубей покормить, я не знаю, что там. Поспать на лавочке, в конце концов. А он крепкий орешек. Слушай, ты же у нас врач. Как он вообще ходит с дыркой в голове? С дыркой в голове, это плохо. Похоже, пуля прошла насквозь. Мозг не задет. Интересно. Редкий случай. Вы кто такие, пацаны? Какая нафиг Сара? Кладите его на стол. Их там сколько вообще? И что ты будешь делать? Не забыла, кто нас преследует? Я его на себе дальше не потащу. Верно. Времени у нас немного. Есть один способ. Какой? Ну, реально, пуля на вылет прошла. У меня тупо нет мозга, поэтому я продолжаю дальше убегать от аниматроников. Ну, конечно, это же логично. Опа. О, блин. Голова раскалывается. Ну, и она как бы раскололась почти на две части. О, все, мы играем. Фонарь есть, планшет есть, ничего нет. Я бомж. Для прыжка нажми. Ну, я могу прыгать, хоть что-то я могу. Слушайте, ну, графон особо не поменялся. Пуля прошла на вылет, как я уже сказал. Ну, а что нам остается? Идти вперед. Куда-то они все опять свалили. Может, мы все-таки сможем выйти из зоны радиоактивной какой-то фигни? Пока вообще непонятно. Нас принесли обратно. К аниматроникам, что ли? Может, когда-нибудь настанет тот день, когда я проснусь у себя дома. Ну, вряд ли, конечно. А можно я... А, это я двигаю шкаф, типа. Ну, вроде отодвинул. Да ладно, я думал, там улица. Офигеть. Там кровище или кетчуп? Это что такое? Добро пожаловать! Что это такое? Стоп. Вы дали не тот текст. В смысле, не тот текст? Приветствую, новенький. Мы рады видеть вас в рядах Вайс. Если вы серьезны, любите эксперименты и очень верите в свои силы, то немедленно отправляйтесь в санчасть. Это что, клиника какая-то, я не понял? Сразу введут курс дела. И запомните... А фонарик мне дадут? Я ничего не вижу. А, да? Ну ладно. Можете не давать фонарик. Аниматроников, кстати, пока нету. Надеюсь, их и не будет. Не, у нас тут должен быть какой-то крокодил-аниматроник. Ну типа Монти на максималках. Нифига себе, рожа страшная. Странно. Мне словно знаком этот голос. Очень веселая картинка, конечно. Ну а чё бы нет. Пёсик на ней, конечно, милый. По-моему, с картины кто-то свалился, да нет? Ну, реально, темновато как-то в игре. И с этой картины кто-то свалил. Да офигели, что ли? Хотя бы клоун этот не свалил, это хорошо. Так, еще один шкаф двигаем. Прекрасно. Всегда мечтал двигать шкафы. Туалет. Ну что, скример будет? Или срущий аниматроник, например?
Ну кто-то там точно будет, да? Может, фонарик дадите? Фонарик в унитазе утоплен. Или я типа тут прятаться должен? Типа вот так раз. Как вариант. Блин, ну нифига не видно. Может, правда, фонарик? Ну типа, подожди, стой, я отодвинул сейчас шкаф, чтобы зайти в толчок. Но тут ничего нет. По-моему... Ну ладно. А куда мне тогда идти? Да ладно, отвертки. Серьезно, и что мне это даст? Откроем замок вот этот? Ну кто знал? Вот кто знал, скажите, пожалуйста, кто знал, что оно так работает? Отвертки это отмычка. Но это было в какой-то части, я помню. Так, теперь мы включаем свет. Установите ползунки в правильном положении. В смысле, в правильном положении. А! Да это легко. Еще раз. Ага. 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 Ну почти. Ага. А вот этот я... Подожди, а это... Так я... Все что ли? Что не переключались, согласно схеме, каждая схема здесь все существует. А какая схема-то? А где схема? Так у меня нет схемы. А-а-а! Так, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Ну ладно. Так, что-то открылось. Если все хорошо, 1965 или 8. Потяни рычаг. Да давай потяну рычаг уже. Так он не тянется. Ваш рычаг ни хрена не тянется. О. Комп работает? Смотри, работает. Сейчас можно на вплычках посмотреть. Пароль. Ну тысяча... Чего? Чего? Кто это? Ты кто это? Это шля... Сова в шляпе? А... И чё? Она зайдёт ко мне или что? А-а-а! В смысле? Так, я не понял, сова в шляпе... Иди отсюда нахрен. А чё тебе надо? Подожди! А... Так а чё на неё идёт? Ну типа подожди, стоп, сова идёт, когда я на неё не смотрю. Когда я смотрю, на неё смотреть нельзя. То есть... Мне нужно ввести пароль, но я не могу его ввести, потому что сова мне мешает. Ну и в чём проблема? А там ещё и рука отрубленная. Так, ну я... Опа! Чё это? Как будто что-то можно сделать, смотри, но я не понимаю. Я нажимаю. Так, вообще ничего не понятно в этой главе. Да иди ты нахрен! Откуда я начну? Подожди, мне не нравится эта игра. То есть вот это мы ждали 1000 лет. Ну ладно. Там сверху, короче, смотри, что-то можно типа сделать вот наверху. Так он ничего не делает. Идиот такой, сука. Так, неохота мне больше этот комп включить. А можно дверь закрыть нахрен? Она закрыта. А эта птица его откроет. 1960, что это? 5? 1965. По-моему, 1965. Окей. Давай, давай. Быстрее, говно. 1965. Быстрее. Быстрее. 1000. Да уйди нахрен. 1900. 65. Open gate. Да иди ты в задницу! Так, я... Да, ну надо быстрее было делать! Блин, ну надо там, я не знаю, ты ни хрена себе, давай, 1965. Ну хотя бы пароль я узнал. Как же это неудобно! Так. Быстрее, давай, грузись, 1965. Да мышка!
Так, секундочку. А я могу, короче, включить компьютер, стоя на нем сверху? Это же, по-моему, очень удобно. Давайте сломаем эту игру нахрен. Смотри, короче, как мы делаем по красоте. Еще раз. Вот так. Ах ты, жопа мамонта, оно так не работает, да? Подожди. А-а-а! Спокойно. Сейчас все будет. Да, иди отсюда. 1900. Сейчас, подождите. Мы ну, как бы да, 1965. На, иди в жопу, сова. Так, спокойно. Хорошо, я открыл ворота. Какие? А, вон те ворота. Они открылись. Хорошо, меня напрягает только вот эта сова, которая в шляпе, которая хочет меня убить, но я смог активировать компьютер, стоя на нем сверху. Это гениальный план. Мне осталось только сейчас... Это что сейчас было вообще? Слышь, ты чертофанина, так нельзя делать! Нельзя так делать! И как я должен... Она быстро очень бегает, я не знаю, ну типа... Сова вообще сам по себе такой беспонтовый аниматроник, мне не нравится. Короче, надо как-то ее обойти сейчас и не сдохнуть, представляешь? Очень легко, кажется, да. Пошло нахрен. Ага, я бегать не могу больше. Я не могу бегать. Пойди в жопу! Ни хрена себе! Почему свет? А у меня там сохранение. Аля-ля-ля-ля-ля-ля. Я видел кассету. Я видел. Не надо мне врать, игра. Иди в жопу. Я видел кассету. С сохранением. А где? Да насрать вообще. Короче, сова исчезла. Все, я выиграл. Кусок жопы мамонта. Какая же тупость была только что. Я не знаю, я не могу просто. Это 1 000 000 лайков, ребят. Не, ну как я сову обманул, это конечно... Что такое? Пошел. А. Выберите силу стука по телевизору. Держите даже эту кнопку, чтобы... Ага. Не показывай. А он не показывает, он. О, а, тихо, я понял, со секунды. Раз. Потом второй, двоечка. Ага. И троечка, да? Так, ладно, раз, двоечка. И раз. Ты собака такая, раз, подожди, стой. Раз, двоечка. И двоечка. Хорош! Мистер Бай. Вы чувствуете, что вам грозит опасность? Допустим. Что вот-вот вас кто-нибудь покалечит? А меня уже покалечили. Не бойтесь. Просто заставьте вашего оппонента засмеяться или закричать. Так. И тогда наш мистер Байт придет к вам на помощь. Мистер Байт. Но так это мой. Лучше просто позовите учителя. Так. Монти отгрызет мне... Чего? Это кто? Не понял. Это сейчас будет... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! По-моему, я сдох, да? Здрасте. Охренеть! Вот это сейчас у меня... Ни хрена себе! Это Годзилла, Верзилла, это Кинг-Конг жив? Или это кто? Это сейчас коту вшатали жестко. Он развалил кабину коту, это плохо. Сейчас мне развалит кабину, если это. Пойду-ка я нахрен отсюда. Я пойду туда, откуда он вышел, но я ничего не вижу. У меня проблема. Я не вижу ровным счетом ни хрена. Мне явно не сюда. Вот это сейчас было внезапно, если честно. Такого поворота событий я не ожидал. Бедный котик, его там все? Котику все? Ну а что, он сначала стал макакой. Потом он меня напугал. Я вообще такого не ожидал. Он идет сюда? Он идет сюда. А мне негде прятаться. А мне хана! Подожди, вот сюда спрячусь. Спрячься, кретин! Я спрятался. Ну, с котом явно все плохо. Так, он идет сюда или я не понимаю?
Бедный кот. Ага. Котик. Котик сдох. Там он фотка. Ни хрена себе у него. Сколько у него глаз? У него как паука 10 глаз. А, это был не я, это стеклышко. Олег, какой прикольный аниматор. Дурачок какой-то, посмотри, мне нравится, это просто пушка. Ладно, не зря мы ждали. Сколько мы ждали? 10 лет. Смотри на него, дурачок какой. Он слепой, я понять не могу, или что происходит? Почему он меня не увидел? Так. И чтобы вы все здесь понимали, вы можете бросать предмет. Прекратите пытаться со мной разговаривать. Так, никто с тобой не разговаривает, отстань. Так, все, я погнал. Я буду ползать, как собака. Тихо. Мужчина, это был не я, это стеклышки, все. Они тут везде рассыпаны, я ж не виноват. Да, блин, реально везде все в стеклах. Так, вот тут вроде не наступил. Ну, хоть где-то я не лоханулся. Это фонарь, я надеюсь? Это очень похоже на фонарь. Я куда-то он покатился. Куда ты покатился, фонарь? Стой. Отлично. Я надеюсь, фонарик бесконечный. Так. Он идет сюда. Найдите работающий монитор и подключите его. Так, здравствуй. Но он хотя бы глаза в темноте светятся. Мне надо найти работающий монитор и подключить его. Нахрена. О, бутылка. Это можно типа кидать. А куда? Как кидать? Я понял, что не надо! Я не специально сам кинул. Я просто проверял, как оно работает. У меня было сохранение, когда я взял фонарик. Блин, пришел опять назад. Добрый вечер, да. Но аниматроник прикольный. Мне нравится. Реально, это как будто... Да Монти мутировал, ё-моё, не надо идти сюда. Мне надо найти монитор. Это очень сложное задание. Что я без понятия, где монитор. Это чё? А, вот сюда! Блин, вы предлагаете мне сюда монитор поставить? Чего? Это интересно. Давайте бутылку еще одну возьму, вот эту. Элитного алкоголя. А там он бутылок до жопы. Не, вот сейчас я хотя бы, ну, типа, если что, вижу, где стекло. Вот тут стекла. Как говна. Так, ну я фонарик на всякий буду выключать. Я не знаю, реагирует он на свет или нет. Но если что, будем отвлекать его бутылкой. Или посадим его на бутылку. Так, он же этого не слышал, я надеюсь. Он этого не слышал. Я же правильно понимаю, вентиляция для меня открылась, да? Главное, чтобы там не было кота. Ну-ка, он сдох, поэтому его там быть не может. Где-то, скорее всего, наверху мы найдем монитор рабочий. Но наш главный враг вот этот аниматроник, он реально слепой. То есть у него столько глаз, а он не видит ни хрена. Так, назад я уже сюда не вернусь. Мне это не нравится. Что было бы удобно, если бы мы там схватили монитор и вернулись назад. А вот и монитор, ну естественно. Только мы не вернемся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что ж так много-то схем? Да, в смысле? Это как его таскать? Это вот так его таскать! Так это неудобно ни хрена! Так, а тут два монитора? Ля, а мне один надо? Мне зачем два монитора? Так, это какой-то склад говна. Так, а я думал, тут выход. Подождите-ка, а выход-то где? Еще монитор. Так, а вдруг они не рабочие? Типа, знаешь,
Прикол в том, что я такой принесу монитор. Ой, не работает. Надо другой монитор. И ты должен найти рабочий монитор. Так, документы не берутся. Так, а здесь выхода нет, в смысле? Я ж не вернусь обратно. Ладно, пофиг, давай подключай это говно. Чё, у меня как будто вариантов много. Не, ну эта штука легко включается. Так, ладно. Ага, последний. Есть. Ну, допустим, вниз, вниз, вверх, 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 вниз. Короче, вниз, вниз. Вниз. И чё? Ну, я включил свет. Вопрос нахрена? Я, может, должен включить свет в той комнате, где компьютер, типа, чтобы там был свет? Нет? Как будто, знаешь, тут где-то выход должен быть. А вот и он. Он все-таки есть. Так, а там тут чухан ходит, да? А он ходит там или нет? Не знаю. То есть, ладно. Мне надо притащить монитор, но он меня... А что ты не можешь отодвинуть шкаф? Ты издеваешься? Так он не может! Подожди, я, может, что-то неправильно делаю? Я не могу отодвинуть шкаф. Почему? Не в ту сторону. Допустим. Тихо. Ага, вон ходит. Но мне нужен монитор. Ну пойдем. Я, скорее всего, должен открыть еще одни ворота. Сейчас, типа, я возьму. А можно мне какое-нибудь сохранение? Я уже столько всего сделал. Я уж там, ну, дофига всего сделал. Просто несем монитор. Я надеюсь, он будет работать. Он же сюда не зайдет. Он меня увидел, типа, да? Окинь бутылку-то, дурак! Алло! Здрасте. Забор пока... Я голову откусил и башку мне раздавил, красавчик. Так, стоп, подожди, я не понял. Сохрани, откуда было? Я не согласен. То есть он все-таки не слепой? Я где? Вот это поворот. Ладно, давайте на этом закончим. Очень-очень классная игра. Давайте я нахрен выйду отсюда. Блин, он жесткий. Этот аниматроник жесткий. Я не знаю. То есть мне надо принести... Получается, какой-то из трех мониторов, если их там не 4, не 5. Включить еще и там свет. То есть что-то там открыть ворота, скорее всего, через этот монитор. Где-то найти, возможно, еще и пароль. И все это время там ходит этот долбанный Монти на максималках. Ну, прикольно, прикольно. С собой, конечно, я вообще офигел. Но это было весело. Ладно, друзья, все-таки дождались. Четвертый кейс. И что я могу сказать? Пока что все круто, пока что все круто. Интересно, что будет дальше, насколько длинная будет всего игра. Будем ли мы ее взламывать? Скорее всего, да. Посмотрим, посмотрим. Главное, чтобы игра зашла вам. Мне лично она очень понравилась. Я хочу продолжить ее проходить. Поэтому, друзья, поскорее ставьте лайки. И чем больше будет лайков, тем быстрее, конечно же, выйдет следующая серия. В общем, ожидание долгое того стоило. Мне лично четвертый эпизод очень нравится. Намного лучше, чем третий и даже второй. Увидим, что будет дальше в следующей серии. А пока ставьте лайки. Всем удачи и до встречи.